Я сейчас в 11 классе, здесь я занимаюсь биологией и математикой. Мне очень понравилось, что согласовали специальную группу, согласовали специальное время. Мне очень нравится размер группы по 6 человек. И мне очень нравится подход. Сам, честно говоря, я такой же объем не прошел бы, потому что все-таки лучше это делать не в одиночку, не наедине с репетитором, а именно в небольшой группе. Я по математике, я все темы в принципе знал, но у меня знания были такие, они не были систематизированы. Вот. И я как бы что-то знал, что-то не знал, и за счет этих небольших пробелов знания как бы были навалены в кучу, и я из этого не всегда мог найти то, что нужно. А тут получалось так, что я тут сначала повторял, потом тут же была практика, тут же вообще классные домашние задания, особенно по математике. Спасибо большое за прекрасную атмосферу и за... Вообще, я даже не очень знаю, что сказать, потому что мне очень понравилось. Я просто, я весь прошлый год я был в месте, где как бы особая атмосфера стремления к знаниям, что ли. И я просто приехал в Москву, и я в школе такого же найти не мог. А тут я это нашел, и мне это очень понравилось.